Приветствую вас, и для начала позвольте выразить вам свои соболезнования в связи с утратой любимого человека. Вам очень тяжело. Ответ и ваши дальнейшие действия будут напрямую зависеть от того, к какой конфессии вы принадлежите. То есть, что это значит? Если вы верите в Бога, то вам имеет смысл обратиться к священнику для того, чтобы он помог вам, священник, преодолеть вашу потерю, потому что потеря ваша действительно очень тяжела. Это первое. С позиции веры все, что происходит с человеком, это, значит, воля Бога, и если это произошло, значит, так было нужно, значит, он, этот человек, нужнее там, где он сейчас, в позиции веры, и, соответственно, вам нужно, если вы верующий человек, вам нужно это просто принять то, как обстоят дела сейчас, ибо выбора другого у вас нет попросту. Если вы то, что вы делаете, я имею в виду вот то, что вы думаете о нем каждый день, каждую минуту, и не можете найти себе место, это грех. Потому что, насколько я знаю, в религии можно вспоминать о ушедшем, но нельзя постоянно его поминать. Это считается грехом и считается средством навлечения на себя определенных негативных последствий. Вот. Далее, если в Бога вы не верите, то первое, что я хочу вам сказать, это то, что вот, испытываемое вами сейчас чувство — это, по сути, дело не только горевание. А вот горевание — это грусть. Горевание — это, в общем-то, невозможность чувствовать себя хорошо. Или того, что любимого человека нет рядом. Это тоска по нему. И, в общем-то, это нормально. Но при этом смысл жизни человека, он как бы сохраняется. Смысл жизни человека, он как бы остается. И то, что у вас в результате того, что вот молодого человека больше нет, был утерян смысл вашей жизни, это очень плохо. Потому что это означает, что жили вы не для себя, не для не своим разумом, не своими желаниями, а им, его желаниями. А это не есть хорошо для вас. Опять же, для вас.
Поэтому здесь я хотел бы вам сказать именно это, что работа над собственным личностным смыслом вам необходима. Надо сказать, что человек теряет смысл того, что, ну, того, что делает, теряет смысл жизни не только при потере близкого человека. Надо сказать, что это происходит всегда, когда резко меняется жизнь человеческая. Меняются условия жизни. И вы в этом плане как бы не парадоксально это не звучало, вы в этом плане не одиноки. Другое дело, что вам от этого не легче, да. Но теперь, когда молодого человека с вами нет, во-первых, искать ваш личностный смысл, а для этого нужно анализировать ваши ценности, ваши потребности, ваши интересы, ваши увлечения, взгляды и так далее. Все вот это вот необходимо для того, чтобы вы начали, наконец, жить своей жизнью. С другой стороны, основная беда и основная проблема в том же, что как бы человек, которого вы потеряли, он вроде бы как не с вами. Но в действительности у вас осталась память о нем. В действительности у вас есть воспоминания о нем. В действительности у вас есть его образ. И надо сказать, что этот образ, он с вами, он никуда не ушел. Вы всегда можете обратиться к этому образу. Вы всегда можете как бы вот в своем сознании спросить себя, вот как бы, например, поступил этот человек, что бы он сделал, что бы он сказал. И получается, что человек всегда с вами. Получается, что человек всегда рядом. Вот об этом я и хочу сказать, что он не ушел, он с вами память о нем. И вы можете через эту память с ним общаться, вы можете через эту память с ним взаимодействовать, вы можете через эту память вести с ним разговор в разумных, конечно, пределах. И, в общем-то, он всегда рядом с вами. Далее ситуация осложняется тем, что ваш молодой человек погибнул вас в результате насильственной смерти. И вот здесь, конечно, это очень драматично. Вот. Но опять я хочу вам сказать следующее, что вы можете для себя выработать определенную позицию по данному вопросу, а именно, что это за позиция. Например, будете ли вы искать справедливости или нет? Например, оставите ли вы все как есть или нет? Будете ли вы там, например, что-то делать? Ну, я имею в виду вот с этими людьми и так далее. То есть выработайте для себя единую позицию по этому поводу. И самое главное, подумайте, чего бы хотел ваш молодой человек. Скажите, хотел бы он, например, видеть вас вот такой вот страдающий, не имеющий смысла жизни, мучающийся из-за него. Подумайте об этом. Хотел бы он вот того, чтобы вы были именно такой. Если вы хотите начать жить дальше,
но при этом не придавая воспоминания о нем, о человеке я имею в виду, то вам необходимо руководствоваться тем, чего бы он хотел для вас. Это является принципиально важным. Руководствуясь тем, что хотел бы для вас, руководствуясь тем, что ему бы понравилось, например, вы всегда будете находиться как бы рядом с ним. И вы получите новый мотив обрести и смысл жизни, и мотивацию к тому, чтобы что-то делать через то, чего бы хотел для вас ваш близкий человек. Естественно, что смерть близкого – это драма. Естественно, что ее нужно проговаривать. Естественно, что переживания и изменившиеся, по сути, представления ваши о себе и о окружающем мире, все это нужно аккуратно, спокойно, грамотно и правильно интегрировать ваш опыт. И сделать это лучше всего, конечно, с помощью психолога, чтобы он помогал вам постепенно преодолевать вот тот кризис, в котором вы сейчас находитесь, и чтобы он помогал вам извлекать опыт из того, что с вами произошло и происходит, а также будет происходить. Для того, чтобы вы оправились, а вы оправитесь, и для того, чтобы оправившись, вы выстраивали свои отношения все-таки на немножечко других основаниях, на все-таки немножечко других столпах. Для этого нужна работа. Для этого нужно психологическое консультирование. И для этого вам нужно выбрать любого эксперта на нашем ресурсе и начать с ним работать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделайте его лучшим. А перед тем, как закончить, хотел бы дать вам несколько практических рекомендаций по поводу того, что вам нужно делать. Сейчас вам самое главное уставать. Вот чем больше вы будете уставать, тем больше вы будете получать сейчас новых впечатлений, тем лучше будет для вас. И тем быстрее вы не забудете его, не перестанете грустить, но тем быстрее вы получите определенные средства для того, чтобы начать жить самостоятельно. Я желаю вам внутреннего покоя. Я желаю вам отсутствия душевного негатива. Я предостерегаю вас от ощущения вины перед тем, кто ушел, и взращивание в себе этого чувства вины, оно не даст вам жить дальше, жить спокойно, жить счастливо. А вы этого достойны. И я уверен, что ваш близкий человек тоже так считал. Я желаю вам всего доброго и удачи!